Дорогие друзья, с вами Арза, и сегодня мы продолжаем проходить модификацию на Сталкере Зов Припяти волей случая. И сегодня мы уже наконец-то продвинемся дальше по сюжету. У нас имеется три задания у трех разных человек, и сегодня мы будем их выполнять. Выполнив их, мы сможем продвинуться дальше. Также есть у нас дополнительные задания, которые мы пока выполнить не можем. Тайна лаборатории X8 мною пока не открыта, хотя я уже и наведывался, как вы помните, в прошлой серии, в КБ юбилейный, но там ничего не нашел. Возможно, я что-то не увидел. Если же вы знаете, то, конечно, напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Также найти некого предателя. Я не знаю, где его можно найти. У меня есть догадки. Есть догадки, что вот здесь вот, вот в этом доме, у нас сидит некий сталкер. Можете его заметить, но тут какое дело, блин, радиация опять, мы не можем с этим ничего поделать. На каком этаже он сидит, я не знаю, вот здесь вот закрыто. Давайте посмотрим дальше. И еще этаж, на который у нас есть доступ, это вот этот вот этаж. Здесь имеется некая дверь, но у нас дверь заперта, и туда мы проникнуть никак не можем, к сожалению. Опа, артефакт неплохо, друзья, случайно его заметил. Лишние деньги, очень красиво переливается, обязательно его стоит взять. Этот артефакт. Радиацию опять нахватали, повсюду эта радиация. Ну ничего, друзья, сейчас я хочу немного поспать, чтобы завтра ранним утром выйти на охоту, так сказать. Но сначала давайте соберем артефакт. Трупы собак, убитых мною еще с прошлой ходки, не исчезли. Ух ты, там еще один артефакт. Так, пешка отбавляется. Надо быть предельно аккуратными. Ну а артефакты, понимаете, стоят того. Давайте применим аптечку и отправимся в прачечную. Сейчас заодно и поторгуем. Ну, артефакты у нас все такие, которые прибавляют радиацию, и резон их вешать себе на пояс я пока не вижу. Совсем не вижу. Да, комбинезон, конечно, очень быстро теряет свою пригодность. Так. Для начала у нас есть еще документы некие, помните, мы нашли их у наемников. Их можно отдать Перуну, по-моему, да? Его Перун зовут. Вот тебе можно отдать этот документ. А, нет, все, я вспомнил, друзья. Так, темно здесь без фонарика. Уже совсем стемнело. Сейчас самое время ложиться баеньки. Что мы, собственно, и сделаем, но сначала нужно решить все наши дела до конца. Я нашел кое-что, возможно, тебя заинтересует. Что же можешь мне предложить, брат? Ух ты, 10 тысяч. Список объектов X. Думаю, эта сумма будет более чем достаточной. Держи, приноси мне все, что найдешь интересного. Спасибо, но это достаточно ценная вещь, тебе не кажется? Хорошо, вот небольшая надбавка. Изумительно, просто изумительно. 14 тысяч. С вами, друзья, ничего не делали. Просто ничего. У нас с вами, тем не менее, имеется пока всего лишь 37 тысяч. Кстати говоря, насчет личного КПК у нас пока ничего мы изменять не можем. Когда, интересно, мы сможем добавить некие навыки, чтобы хотя бы комбинезон немного работал не как кожаная куртка, а хотя бы чуть-чуть походил на Зарю. То уж слишком у него отстойные характеристики, будем так их называть. Так, давайте поторгуем. Почем берешь артефакты? Неплохо, еще 10 тысяч. Итого у нас 47 тысяч. А пока ничего купить мы не можем толкового. Придется опять чиниться, потому что, ну, это вообще никуда не годится. Патроны у нас также имеются. Нам нужны
только... Только медикаменты, больше нам ничего не нужно. Кстати, аптечки можно было бы взять. Нифига себе, она весит. Да. Мы лучше возьмем по старой привычке. На 7000. Вот так вот, я думаю, будет нормально. Сойдет. И нам бы, знаете, что купить? Не знаю, можно здесь у кого-нибудь взять? Водка нужна, понимаешь? Нужна водка, просто нужна водка. Потому что выводить радиацию из организма... Блин, как же здесь темно. Без фонарика это вообще просто невозможно что-либо увидеть. Антирад стоит 800 рублей. Это очень дорого. Ну, давайте две штучки возьмем. На крайний случай. И это, пожалуйста, сделаю там... 3000 рублей. Это будет стоить 1000. Ничего себе, он лечит за 1000. Господи, я лучше попримил антирад. Так, друзья, давайте поспим. Уже на следующий день с вами встретимся. Вот у нас чуть-чуть посветлело. Опять все красное. По-прежнему не знаю, у кого можно купить водку. Ну да ладно, давайте сначала выполним задание кладовщика. Так, во-первых, работа, но это доставка груза, меня это не интересует. Меня интересует нечто более интересное. Координатор упомянул в беседе о неких проблемах с поставками. Это так? Ты доказал свою верность монолиту, и, пожалуй, я могу тебе доверить важное для нас дело. Слушаю. Хотим ли мы этого или нет, но мы в определенном смысле зависимы от неверных. Группировка получает от них снаряжение, продукты питания и экипировку. Взамен мы платим им артефактами. По понятным причинам нам доступен такой хабар, который недоступен многим. И это все благодаря монолиту. Допустим. И что с этого? Мне нужно, чтобы ты получил поставку сухпайков от одного из наемников. Они снабжают нас различным добром. За что мы им благодарны? Вот тебе артефакт для обмена. Береги его. Координаты поставщика я тебе скинул. Встретиться с дилером. Ну, обязательно. Обязательно. Известный артефакт. Некая таинственная кислотная зеленая сфера. Вот все, что можно сказать об этом аномальном образовании. Прохладная на ощупь. Если долго засмотреться, то можно ощутить сильный приступ сонливости. Так. Ага, нужно прийти на встречу с представителем наемников и обменять артефакт на партию сухпайков. Вот, друзья, и тот самый сталкер, который у нас там сидел, которому мы с вами наведались буквально прошлым вечером. Тут совершенно недалеко, но чувствую, что там не все просто так, и не раз придется нам еще с ним встречаться. Блин, как же режет глаза этот восход. И опять мы с вами идем получать дозу радиации. Ну что же делать? Что же делать? Забираемся на самый последний этаж. И теперь эта дверь по-любому будет открыта. Ну привет. Поставщик. Канал бы ты, фанатик, отсюда пока не наваляли. Чего уставился? Я по поводу партии сухпайков, которую заказал наемника Монолит. Да, товар у меня. Артефакт вперед. Держи. Отлично. Вот, принимай все в целости и сохранности, как и договаривались. Можно не проверять. И поторопись. Я спешу. До встречи. Ничего не будет там? Никакой засады там на меня нет? Я ожидал чего-то другого. Но вроде бы все, в принципе, нормально. Ладно, хорошо. Ничего так ничего. Думаю, это здание было поинтереснее, если бы его разнообразили чем-то другим. Ладно. Сейчас вернемся к кладовщику и покажем, что принесли. Может быть, он скажет, что что-то не так. Чего-то они не додали. Не оставляй нас, твоих детей. Кладовщик, принимай товар. А вот поставка с сухпайками.
О, я их уже заждался. Давай проверю. Ага, тут можно открыть замок. Дальше. Угу. Так, а это что? Что это за камни? Где сухпаки? Похоже, нас обманули. Возвращайся назад и потребуй настоящий товар. Эх, ладно. Ну, в принципе, как я и говорил. Как я и говорил. Наверняка обманул монолит. Нужно потребовать его отдать настоящий кейс. Ну, короче, сейчас прихлопнуть его нужно будет. А тут что-то он охренел немного. А его, собственно, и нету. Метки его нету. Уже ушел парниша. Ну а как же не уйти-то после такого? Тоже, наверное, не бессмертный. Понимает, что я его укокошу сейчас. Обыскать комнату. Интересно. Найти наемника. КПК поставщика. Судя по всему, наемник обронил ПДА, когда уходил. Последние по дате в личном дневнике находится запись. Отлично. Нагрели мы этих сектантов, как детей. Нужно будет перед уходом заглянуть в коллектор рядом с универмагом. Нагрести сувениров в приписках. Хорошо. Хорошо. Коллектор рядом с универмагом. Что это может значить? То есть... Согласно записям КПК, поставщик отправился на поиск артефактов неподалеку от Увермага. Ну, конечно, он достаточно беспечный, что обронил так КПК, но нужно же как-то авторам завязать сюжет. По-другому не придумали. Посмотрим. Ну, его сейчас придется убить, я думаю. Тут других вариантов быть не может. Уйти нам совершенно недалеко. Совершенно. И запись отключать я, конечно же, не буду. Почаще сохраняемся, потому что тут в любой момент можно умереть просто. Аккуратненько. Так, ну, убитые мной кабанчики. Все по-прежнему. В своем месте. Так, в смысле, он получается у нас внизу. Ну хорошо. Ну, на самом деле это нифига не хорошо, потому что там радиация, и она меня достаточно сильно бесит. Очень и очень сильно. Пойдемте его искать. Что ж делать-то? Или он все-таки не здесь? Да, походу. Походу я ошибся, но он сказал в коллектор. Коллектор под Увермагом. Я помню это место, там еще такой спуск в подвал имеется. А вот только где он находится, в какой из комнат? Да-да-да, я слышу эти кислотные аномалии. Только как туда спуститься, я честно не припоминаю, друзья. Совершенно не припоминаю. Вообще не помню. Спуститься. А ведь было. Господи, опять эти. И патроны только тратить на них. Ясно. Ага, ну вот и то самое место довольно просто было найти. Вот. И сюда нам, собственно, и нужно. Где-то здесь у нас находится тот самый парень. Так, нужно.
ты? Где ты, дружище? Так, ну ты явно у нас не здесь. Да. Отлично. Просто отлично. Прям в нас влетела эта аномалия. Ага, друзья, я просто не заметил. Оказывается, он попал в аномалию и теперь он ранен. Ясно. Просто ясно. Аптечку, пожалуйста, у меня по себе есть. Посмотри в рюкзаке. Для начала дай настоящую поставку. Держи, помоги, пожалуйста. Не, братан, не собираюсь я тебе помогать. Счастливо оставаться, наемник. Ой, он еще умер. Не собирайся им помогать. За что, интересно, я такой честью обязан. Так, давайте отсюда выберемся. Почему внизу нет радиации, а здесь она есть, и она просто нещадно нас убивает, эта радиация? Так, ну, вроде бы все. Получили мы контейнер с сухпайками, обычный металлический кейс, который часто используют для хранения различного рода груза. Судя по глухому звуку, приступе он полный. Купим еще одну аптечку. И, думаю, можно отправляться дальше. А точнее обратно. Обратно в прачечную. Вот, прибыли на место. Поговорим с кладовщиком. Посмотрим, что он нам скажет и даст. Вот, получил таки поставку. Отлично, да, то, что нужно. Спасибо, брат, на ред тебе признателен. Довольно опасно было путешествовать по Припяти в поисках пропавшего поставщика. Я понимаю, что ты не мог предусмотреть, но не оплатил бы ты мне дополнительные, так сказать, затраченные труды. А ты часом мне... Ладно, ладно, хорошо, держи. Вполне возможно, мне однажды снова может понадобиться твоя помощь. Разумное решение. Так, 10 тысяч, это очень даже неплохо. Нужно пополнить наши запасы. Вот этих вот вещей. Могут нам пригодиться. Вот, так. Починить бы... Блин, господи, как же он... Вообще даже не буду их чинить, потому что толку от них по факту вообще никакого. Они очень быстро умирают, эти костюмы. Так, а тебе, медик, чем я могу помочь? Координатор говорил, что тебе нужно достать некий компонент лекарства. Могу я помочь? Не думаю. Я не хочу, чтобы еще один слуга Монолита погиб впустую. Я постараюсь справиться, потому что мне кажется, что до службы Монолиту мой способ заработка часто был сопряжен с риском. Что же, вполне возможно, что ты подойдешь. Как ты можешь видеть, один из нас был серьезно ранен неким невиданным ранее видом живности. Слышал я от болотного доктора, что есть в центре зоны где-то растение, которое загадочным образом ускоряет процесс метаболизма. Согласно рассказу, растение это предпочитает сырые подвалы городской застройки. Тебе стоит проверить местный гастроном. Будь осторожней. Спасибо, будем иметь в виду. Так, в принципе, мне больше ничего не нужно. Нам нужно в гастроном. То есть, это у нас где? Достаточно далековато. Достаточно далековато. Вроде оружие у нас пока в порядке. Так что, отправляемся тогда на место следующего задания. Мы подходим к гастроному. Чую, что здесь радиации просто несметное количество. Вроде бы пока все не так плохо. Опа, это не чувак. Изумительно, что это такое? Медальон. Существует легенда, согласно которой некий странный сталкер, да, спрятал в Припяти три уникальных артефакта, имеющих только позитивные свойства. Медальон, Серафим и Глаз Дракона. По поверью, тот, кто соберет все три артефакта вместе, получит один, который объединяет все их свойства. Похоже, перед вами медальон. Странноватое зеленое образование и вправду напоминающее драгоценность. Ничего себе. Легендарные артефакты найти. Глаз Дракона и Серафим. Чтобы провести трансмутацию и получить один мощный артефакт, нужно иметь при себе медальон, глаз дракона и серафим. Ну, повесим на пояс, что же не повесить-то? Пусть здоровье нам восстанавливает. А то я задолбался уже из организма эту радиацию выводить.
посмотрим, что у нас тут еще есть. Так, ну вроде мутантов я никаких особо не вижу. Лучше бы их здесь и не было. Но нам нужно явно вниз спуститься. Так. Как это сделать? Я уже, друзья, и не помню. Давно, очень давно я играл в оригинал. И занимался исследованием локаций. В том числе и исследованием гастронома. Еще я помню, здесь воевали с контролером. Да, такое задание было нам, походу, вот сюда вот. Я думаю... Опа. Ну, здесь, друзья, и темно, конечно. Так, Гурон. Записка Гурона. На записке неровным почерком выведено... Не думал, что все так закончится, сил почти нет. Похоже, не смогу я свидеться с братьями своими. Монолит, за что ты так со мной поступил? Если кто-то найдет эту записку, отдайте ее хранителю в магазине книги. Он поймет. Завещай ему свой тайник. На обратной стороне риска написаны таинственные слова. Сначала север. Что бы это могло значить? Последняя воля. Отдать записку друга Гурону. Нужно дальше. В своей предсмертной записке Гурон попросил нашедшего ее передать его другу, хранителю в магазине книги. Нет, подожди. Нам нужно еще обследовать гастроном, чем мы сейчас и займемся. Ой, господи. Друзья, ну... Конечно. С ФПСом здесь просто беда. Просто... Беда бедющая. Не знаю, как я буду сейчас вам все это показывать. Заранее дико извиняюсь. Просто дичайше. Это невозможно. Это просто невозможно. Ох, друзья, ну даже показывать это не стал, потому что я не знаю, зачем это сделано и на каких компьютерах там лагать не будет. На каких-нибудь А7 процессорах. Честно, я с этим ничего сделать не могу. И, короче, там все довольно просто. Там стоит метка. По этой метке вы находите то, что вам нужно. И это вот такое вот растение. Странный цветок с красноватыми прожилками. Вот что можно сказать об этом аномальном образовании. И мы слышим некие странные звуки каких-то телепортов. Вы услышали странные звуки на поверхности. Стоит узнать, что произошло. Да, действительно стоит. Чем мы сейчас и займемся. Но вроде бы я нашел то, что нам нужно. Ого! Ничего себе! Что бы это могло значить? Оазис? Выбраться из аномалии, в смысле? Как это можно сделать? Судя по всему, вы активировали некую пространственно-временную аномалию вокруг гастронома. Нужно придумать способ выбраться из нее. Но, в принципе, все правильно. А вот отсюда можно выйти? Ага, ясно. Друзья, плохи наши дела. Очень-очень плохи. Мутанты — это, конечно, дело страшное. Ух, расправился я. С сожителями моего пространственного пузыря, в который мы с вами попали. Будем его так называть, и не хочу я здесь... О боже, ну и... Жопа, а? Просто. Не хочу я здесь сожительствовать ни с какими снорками. Так, ну здесь мы выйти, понятное дело, не сможем. Ну давайте пользоваться логикой. Достаточно простой, я не знаю... Здесь выйти, понятное дело. Понятное дело, не получится. Нас будет обратно откидывать. Так, ну, достаточно простая логика заключается в чем? Давайте сделаем как в оазисе. Сначала зайдем в первый, потом
зайдем во второй тогда сразу. Нужно, наверное, покушать немного. О, тут еще и собаки. Ну. Ой, господи, не вовремя ты клинишь, а? Совершенно не вовремя. Идите сюда, все остальные. Не хочу я здесь ни с кем. Сожительствовать. Благо, патронов на вас достаточно. Чё, еще есть кто-нибудь? Так, пойдемте перебьем всех, потому что... Ага, понятно. Ясно все. Отлично. Перебивать не надо. Они сами к нам не смогут добраться. Так. Давайте запомним. У нас есть один вот здесь вот. Получается, это у нас первый. Как первый? Здесь, потому что у нас конец локации, там нет ничего. Вот здесь вот у нас имеется. Здесь нет никаких тайников, на всякий случай. Обследуем. Так, и вот здесь вот у нас два. А в этом доме есть что-нибудь? Давайте посмотрим. Главное еще в аномалию не попасть. Да, и вот здесь вот есть. И с какого, друзья, начинать? Непонятно. Непонятно. Если посчитать, то нужно вот так вот начинать. Я думаю, по часовой стрелке. Давайте так и сделаем. Не будем гадать, а нужно действовать. Хоть как-то, хоть я и не знаю как. Но давайте начнем вот отсюда. Так. Понятно. Мы с вами попали опять обратно. Опять обратно. Получается, когда мы зашли вот сюда. Так, ясно. То есть, получается, первый мы с вами активировали. Вот что это значит. Не нужно было опять в него заходить. Нам просто дали понять, что первый мы телепорт активировали. Так, на очереди второй. Ясно. Значит, не в той последовательности. Все ясно. Не в той последовательности. Хорошо. Давайте снова активировать первый телепорт. Методом проб и ошибок когда-нибудь мы сделаем. Наверное, то, что он загорелся, явно значит не просто так. Ну, сюда мы уже ходили. Теперь на очереди этот. Попробуем этот активировать. Что же делать? Так. Этот мы тоже активировали. Теперь на очереди следующий. Какой из них? Ну, давайте попробуем тот. Не знаю, наугад. Наугад просто попробуем. Надеюсь, угадаем. Но если не угадаем, то, собственно, у нас останется один единственный вариант. Да, друзья, мы с вами угадали, и получается последний телепорт у нас остается вот в этом доме. Сохраняемся и... Ох, чувствую, выбьем мы из этого медика неплохую такую надбавку. Очень даже неплохую, потому что набегался я тут так неплохо. Но задание очень интересное. Вот по сравнению с тем заданием с наемниками до этого у... Ой, кладовщика. Это задание гораздо интереснее. Стоит того, чтобы в него поиграть. Как бы все. Принести растению лекарю. Мы сделали все, что хотели. Нужно доставить... С трудом добытый груз лекарю. Ну, друг, держи там кошельки открытыми. Потому что сейчас я их опустошу. Возвращаемся, друзья. Ну, встречай меня с распростертыми объятиями. Что же поделать? Нашел я все-таки его. Я принес растение. Непростую задачу ты мне подкинул, лекарь. Благодарю. Что произошло? Ты обнаружил нашего пропавшего брата? Это самое растение было неким образом связано с пространственной аномалией, которая не позволяла выбраться за пределы квартала гастронома. Судя по всему, аномалия не успокаивалась, пока
не убивал свою жертву. Это и произошло с монолитовцем. Я обнаружил его тело в подвале неподалеку от растения. Мне же повезло выбраться. Вот оно что. Да, дела, спасибо. Я передам нашим братьям, чтобы они были осторожнее. Держи, ты это заслужил. Я чуть не погиб в той аномалии, лекарь. Мне кажется, ты бы мог выдать награду посущественней. Даже так? Да, ты действительно прав. Я привык уважать помощь, которую мне порой оказывают братья. Держи, думаю, тут будет достаточно. Но мы получили все те же 10 тысяч, но задание было гораздо сложнее. Но зато мы нашли, к примеру, тот же медальон, который очень-очень неплох. У нас есть 50 тысяч. Так, купим немного медикаментов. Пока вроде бы не требуется выводить радиацию из организма, но вот починиться явно требуется. Это очень дорого. Костюм у нас совершенно убит. Я уже планирую наконец-то купить что-нибудь нормальное. Зря, наверное, я его улучшал так, чисто для себя. У нас с вами есть 45 тысяч. Костюм, который мы хотим, стоит 60. Ну, нормально. Интересно, если сейчас сохраниться и попробовать кое-что провернуть. Смотрите, давайте попробуем починиться. Ведь тогда у нас он, по идее, все купит. Там. Отлично, просто изумительно. 27 тысяч. И мы с вами получаем комбинезон Сева, но только в исполнении от Монолита. Все, все просто. Все очень просто. Отличный комбинезон с отличными характеристиками. Теперь от радиации, я думаю, мы не будем страдать так сильно. Хотя все же характеристики по сравнению с Севой у нас очень сильно занижены, но это из-за очень низкого навыка владения. Кто, кстати, артефакт делался? Я помню, у нас был еще артефакт. А, нет, я перепутал. Это в другой модификации, которую я играю параллельно. Извиняюсь. Все, друзья, я думаю, на этом серии мы будем заканчивать. Думаю, в следующей серии мы продолжим выполнять сюжетное задание. Хотелось бы выполнить задание у ключа и отправиться в магазин книги. Передать записку Гурона. Посмотрим, что нам там за это дадут. Может быть, какое продолжение интересное из этого последует. Ну, а сегодня мы, на сегодня мы все выполнили. Кому понравилась данная серия, обязательно подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующих. Ну и ставим, естественно, лайки. Ну а с вами, как обычно, был Арзе. До встречи, сталкеры.